Давайте еще раз попробуем. Нет. Как интересно, Максим. Я его ударяю. Смотрите. Ребята, вы такого, наверное, еще не видели. Поверить потом себя. Вот, они... Да, ты видела, что они их приколошматили? Да-да-да. Похож на мадам Газель. Да. Смотри, паром дышит, смотри, как старается, весь крашен. Всем привет, ребята! Сегодня привет. Мы играем в игру Super Bear Adventure. И в этом видео мы сделаем один трюк с лосем. И одну секретку в Снежной долине. Ну, давайте, погнали! Трюк с лосем и маленькими лосями. Так. Раз. Раз. Раз, два. О, здрасте. Я рад вас видеть в кавычках. Раз, два, глаз. О, отлично. Это я так сделала. Так, понятное дело. Вот так вот, смотрите, раз. Хорошо бы вот так большого лося, представляешь, как бы он побегал вокруг нас. Как бы это было прекрасно. Так. А может быть, попробуем его? Как считаешь? Давай проэкспериментируем. Ну, сейчас мне нужно вот с этим вот разобраться. Ай! Еще ты то. Подожди, не отвлекай. Давай лося все-таки ударим. Ну, это, конечно, глупость, но все-таки. Давай вот так, бум, давай. Да куда ты? Куда? Да нет, вот так вот, бум, как ты этих. По ноге. Ну чего, боишься? Во, сейчас он как начнет. Смотрите. Смотри, нет. О, как интересно, Максим. Я его ударяю. Смотрите. Ребята, вы такого, наверное, еще не видели. Посмотри. Это очень смешно. Если ему по морде, извиняюсь, так дать. Прости, но ты же тоже не очень-то... Добрый товарищ. Замечательно. Смотри, как у нас рождаются идеи, да, мгновенно? Опа! Главное, хоть бы что. Ой! Вот, смотри, по ноге, видимо, тут он... Ну, мы можем жизнь терять. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Хорошо бы он за нами. Доигрались. Скатился бы. Вот мы вот этого вот и хотим, чтобы он скатился. Да, мы его хотим сюда заманить. Так. И с ним там. О, здрасте. Ой! Что, убил? Да. Это было эпично. Ну, нам нужен новый лось, ребятки, теперь. Так, смотри, куда этот-то полетел. Сейчас он полетит в небеса. Ай. Са-са-са, в небеса. Давай. Так, опять идем туда же. Да, к тем же жителям Снежной долины. Сейчас они получат по морде. Да. По наглой лосиной морде. Как мы его приколошматили, мне это так? Раз, два. Сейчас мы избавляемся от всего лишнего. А вот. Сейчас. Взяли монетку. Не мешайся. Нам нужен самый большой лось. Ой. Ой. Ай. Нам нужен. Вы мелкие, мне не нужны. Так. Опа, красота. Ой, смотри, он там забагался. Ой, как ты тут? Ай-яй-яй-яй-яй. Мне кажется, его надо просто как-то это, устранить, может быть. Или... Они сейчас... О, хорошо. Давайте еще раз попробуем. Прибил. Да, здорово. Ну все, пойдем гулять. Да. Пошли гулять. Пойдем. Пойдем. Давай. Так, пингвин. Ага. Спасибо, до свидания, за вкусное питание. Спасибо, до свидания. Катится этот шар. Спасибо, до свидания, за вкусное питание. О, смотри.
Так. Здравствуй, олень мой. Мой дорогой олень, мой дорогой. Так. Просто тут еще и три пингвина мне мешают. Да. Жили-были три пингвина, пик-пак-пок. Такая песня есть. Да? Да. И что случилось? Ну, просто там песня такая. Опа. Пошли. Все как в прошлый раз. Ничего? Молодец, хорошо идешь. Отлично. Так, в чем дело? Что случилось? Ты хочешь что? А, ты с оленем? Фу, с этим разбираешься. С пингвином? Ага, достать да. Эти монеты. Да это просто кошмар какой-то. Вообще, зачем такой риск за монетки? Так. А мы можем у лося как-то не ноги видеть, а всего? О, смотри, как красиво. А то как будто мы тут с ногами сражаемся. Так. Скажи-ка, где там? И что теперь? Давайте дальше его пытаться. Ай! Слушай, он стоял на тумбочке. Да откуда вы тут взялись? Вот вы нам... Слушай, вот надо было стоять на этой тумбочке. Это было очень эпично. Он как цирковой лось был. Смотри, какие красавчики. Один из них красный. Ты видишь? Если бы все были три красных. О! Все. Смотри. Так. Да что ж такое? Пешков, остался только ты. Давай, выходи, не стесняйся. Да все тебя на вечеринке ждут. Ой, спасибо. Он застрял. Смотри, какой красивенький. Да. Ты что, мы теперь выйти? Временем. А все, он там застрял. Реально. Ну, может, на дерево прыгнем? Он не выйдет. Понимаешь это? Да. Или он здесь не пролезет? Нет. Только вот здесь, если сломать дерево. Ломай дерево. Да не ты, а олень. Как там три оленя сохранились? Да, вот они. Я не знаю, так это тупик, я тебе могу сказать. Понимаешь? Да, понимаю. И мне очень жаль. Не, ну эти олени... Ой, они теперь оба красные. Давайте теперь тогда их одни. Вдвоем про тебя побегут вокруг тебя. Вот, они... Мягкие. Ты видела, что они их приколошматили? Олени? Да. Ого. Так, а что делать с лосем? Он же там застрял, бедняжка. Да, бедненький. Вот смотрите, прикол. Мы берем сердце рукой. Так. И что? Давай прыгнем на дерево, что ли? Так. Может, он по лиане залезет? Ай. Нет! Смотри, у него один рог, по-моему, застрял в скале. Да. Лосик. Обнюхиваешь меня, что ли? Смотрите, как, ну ты застрял, давай обнюхиваться. Давай целоваться. О, смотрите, обратить меня. Ой! Ребята, посмотрите. Для нас он сквозной. Ага, о. Прекрасно. Можно я об тебя нос почешу? Но ты ведь нас задавишь. Да нет, все нормально. Ай, куда? Куда? Подожди. Постой, мне хочется на его руку. Да. Ай! Давайте заканчивать. А с лосем? Давай теперь запустим. Ну давай. Погнали! Так, ну что же, лосик, давайте щелкнем его как орешек. Давай. Сейчас встретим его еще где-нибудь в таком месте. Так, он нас ждет, я слышу. Это и... О, показать бы его, покажи его вот где-нибудь, Максим. Скажи, как вот посмотреть целиком, можно? Ай, он не дает нам залезть. Да ладно. Покажи-ка его, вот, а ты... Давай по животу его разбежи. А, у нас мало жизни, да? Смотри. Смотри.
И мы такие полетели, покажи-ка его. Покажи-ка его. Вот он, смотри. Если мы подойдем поближе и там посмотрим на него, вот так вот. Да? Например, смотрите, откуда можно хорошо на него посмотреть. Вот да, отсюда, кстати. На елочке можно встать. Смотри, как интересно. Здорово. Девочки увидели такого красивого лося, опа! Стоящего на самом краю. Так, так что нам делать, что нам делать? По морде мы ему еще можем дать. Так, давай. Опа! О, как это было! Это было прямо фантастика! Да, однако... Это было очень. Кто молодец? Я молодец! Так, а как ему действительно его уже столкнуть? Давай теперь его сталкивать как-то. Ой. Куда он делся? Ты его убил, что ли? Да. Так, посмотрите, ребят, на этого лося. Он забагался. Да, он очень хочет нас укусить, но не может. Ха-ха-ха. Ха-ха, ребят. Смотри, как он старается. Смотри, изо всех сил. Он как будто бы на каблучках ходит, смотрите. Да-да-да. Похож на мадам Газель. Да. Смотри, он паром дышит, смотри, как старается. Весь красный, даже не знаю. Это я паром дышу. Да ладно. А вы оба, по-моему. Давайте его расплющим. Думаешь? А может быть, мы просто побегаем вокруг него, и он разбагается? А кто там был наверху? Ого! А он все равно... Он разбагался, почему? А давай сюда за живого лося загоним, может быть, он его увидит своего товарища? О! Во-во-во, смотри, их там два. Смотри, ау, убегай! Так. Ну, он так и стоит, ты посмотри, Максим. Даже давайте его приклашматим. Давай. Он, мне кажется, да. Ой! Ой! Что это было с ним? Кстати? Я не знаю. Ну ладно, всем ну, пока. Ладно, так, у нас ждет большой лось. Всем пока.